Полномочий, нет полномочий. А какие полномочия нужно этому главному ветеринару Молдовы по совместительству министру обороны Шалару? Он стоит, принимает присягу, должность министра, стоит на колени, целует знамя страны, выходит оттуда и говорит, что я бы сегодня вступил в НАТО, он говорит. И эти все имбрику малигангуры, что это ладос. Ниш налдук не шла психиат, налдук ниш никаер, сал контролеза. Эй, той депут журремын. Кла конституции, ну лутимовты, конституции пус журремын. Там конституционный статут де нейтралитета Республики Молдова. Что им лишь хамаешь, так ту ешь пентру НАТО. Ну, с кем поведешься, у того наберешься. Ел дори доктор Пипесе. Понимаете? Ну, ел треба, ну, треба спрятать инициативу. Вы сказали, разве постор де министр, не сам настер. Он хочет в НАТО. Да пошел ты знаешь куда. И подальше, чем НАТО. Но ты иди с должности министра. Да к времени НАТО.